В общем, я приехал в университет COS. Здесь очень много интересных людей, которые занимаются различными курсами. Допустим, я пошел на интернациональные отношения. На курсе интернациональных отношений много очень интересных людей, которые приехали с разных стран. Мы решаем разные вопросы о всемирных и глобальных проблемах, такие как, допустим, мигранты, какие-то проблемы в Сирии и так далее. Ну, в общем, приезжайте сюда, вам будет очень интересно.